Доброго вечора. Це програма «Прайм Аналітика». З вами я, її ведучий Дмитро Василець. Цієї години зі мною у студії політичний аналітик Руслан Бізяєв. Вітаю вас. Добрий вечір. Та академік, віце-президент Академії економічних наук України, доктор економічних наук України Анатолій Пешко. Вітаю вас. Добрий вечір. Найближчим часом поговоримо про таке. Кількість нардепів в Україні скоротять на третину. Українці проїдають майже половину зарплатні. 12 мільярдів доларів переказів від заробітчан зміцнили гривню. Сьогодні під куполом урочисто відкрили третю сесію парламенту 9-го скликання. В залі засідань зареєструвалося 360 депутатів. Також були присутні прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, члени Кабінету міністрів, представники посольств і дипломатичних місій. Після урочистостей стали до роботи. Сьогодні парламент зробив крок до скорочення на третину кількості народних депутатів. Президентський законопроект про зменшення складу парламенту і закріплення пропорційної виборчої системи ухвалили у першому читанні. 236 голосів за. Ухвалити документ в цілому зможуть тільки наступної сесії восени. Для цього вже знадобиться щонайменше 300 голосів, адже згідно із документом доведеться внести зміни до двох статей Конституції України. Цікаво, що кількість парламентарів в Україні не найбільше у світі. До прикладу, у Франції 898 депутатів, у США 535, у Польщі 560. Натомість у Латвії лише 100 парламентарів, в Ізраїлі 120 і в Білорусі 174. А нашим глядачам нагадую, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Тож, пане Руслане, до вас перше запитання. А чим це зашкодить як саме українські виборці відчують скорочення народних депутатів? Тобто, ми ж розуміємо, що якщо щось відбувається, то це комусь треба. Хто стоїть саме за цим скороченням? Це такий політичний піар чи як? Ми ж розуміємо, там Литва, Латвія, Естонія, там це одна чи дві українські області, а у нас багато областей. І ми розуміємо, що якщо брати європейську модель демократії, яку нам так рекламували останні десятиріччя, ми розуміємо, що ну щось не збігається. Ну, смотрите, Дмитрий, во-первых, европейская модель демократии бывает разная. Бывает французская модель, да, в которой нету чистой пропорционалки, и депутаты выбирают на мажоритарных округах. Есть британская, есть скандинавская, есть та же польская модель. Но в основе любой модели должен идти строгий расчет, цифры и стратегия. Почему у нас было 450 народных депутатов? Потому что на момент принятия Конституции 1996 года нас было приблизительно около 50 миллионов. То есть на одного депутата приходилось где-то порядка там 114-116 тысяч избирателей. Если исходить из этой парадигмы, около 100 тысяч населения выбирают одного депутата, то в принципе цифра 300 депутатов более-менее точно, потому что в цифры переписи, которые недавно были опубликованы, что у нас там 37 с чем-то миллионов, я не верю. Mm. Эта цифра не объективная, уже ваши коллеги... А я думаю, где-то 30-32 миллиона. Но если брать по индексу производства хлеба, как одного из показателей, то у нас где-то должно быть 30-32 миллиона. Mm-hmm. Исходя из этой цифры, да, в принципе, 100 тысяч на одного депутата, более-менее цифра понятна.
Смотрите, на сейчас у нас формально 450 депутатов должно быть. Округов у нас 426, за исключением Крыма и территории Родила. Реально для того, чтобы принять любой законопроект, нужно 226 голосов. Но это не 50%. Уже даже с формальной точки зрения это больше. Второй момент – это момент экономический. То есть пока что бюджет Украины не может похвастаться какими-то положительными наработками за последние 6 лет. То есть бюджет у нас постоянно в минусе. А бюджетные расходы на Верховную Раду, они не уменьшаются, они только увеличиваются. И четвертый момент, не менее, на мой взгляд, важный, это понять вообще суть Верховной Рады, да, то есть суть парламента. У нас сейчас практически перестали говорить о том, какая модель парламентской системы нам важна. То есть двухпалатный парламент, однопалатный парламент. Если однопалатный парламент, то почему? Если двухпалатный парламент, то тоже почему? Все это говорит о том, что Конституция 1996 года, по которой мы живем, нуждается в срочной модернизации, потому что Конституция – это фундамент любого государства. У нас, до речі, вважаю, що гарна конституція, там і безплатна медицина, і освіта, але ми цього на практиці чомусь не бачимо. А скільки статей конституції виконується? Понимаете, у нас же конституция... Это уже питання до тих, хто повинен захищати ці статті конституції, а конкретно гарант конституції – це президент. І конституційний суд. Не будемо забувати, що у нас є президент і є конституційний суд, але, як ми розуміємо, всі соціальні инициативы, с которыми выступает та или иная группа депутатов, они всегда упираются в политическую целесообразность. То есть у нас же решения в старой системе всегда принимались, исходя из логики политической целесообразности, а не ключевых стратегических, экономических или идеологических расчетов. Поэтому ваше замечание совершенно верное, оно уже назрело и перезрело, что эту конституцию надо модернизировать, а в лучшем случае менять. Потому что пока она не отвечает ни на один из ключевых запросов современного общества. Ну, даже начнем с такого простого вопроса. Вот у нас сейчас парламентско-президентская модель, но по сути она не парламентская, а не президентская. Дякую. У нас есть телефонный звонок у студии от нашего телеглядача. Вітаємо вас, вы в эфире. Добрый вечер, студия. Добрый вечер. Это Дед Михайло, Харьковской области. Мне бы хотелось все-таки сказать, как жителю деревни, как я смотрю из деревни, эту команду депутатов надо почти всю переселять на Лукьяновку. Вы представляете, на мой взгляд, сколько они преступлений совершили? Во-первых, в Уголовном кодексе есть статья за сокрытие преступлений и преступников. А они отказались принять по 2 мая Одессу расследовать. Это уже сокрытие, уголовная статья. Геноцид узаконили, понимаете, направлены против пенсионеров, хотят их уничтожить. Прожиточный минимум больше из них установлен, то есть пенсия намного ниже прожиточного минимума. Но это же явное преступление. А сколько других мелких нарушений, да и побольше, за ними водится. Неужели некому их приструнить у нас вообще? Об этом я прошу вас говорить, особенно вот ведущего прошу, если какой-то депутат будет, обязательно спрашивайте о том, почему узаконили геноцид? Ведь это же беда общая, преступление всемирное. Дякую, питання зрозуміло, пане Анатолію. От як ви можете прокоментувати те, що у нас ще за часів Порошенка і навіть зараз продовжується політика такого економічного геноциду, коли фактично частина населення України, їм створюються такі умови, що їм просто нерентабельно жити? Ви праві абсолютно. І от этот мужчина, який позвонив в студію, він молодець, він дійсно правильно підняв вопрос. Я давно хотел поднимать этот вопрос, что вот этих всех слуг народа, прежде всего, да, и тех депутатов, и тех должностных лиц, правительства, и в том числе, включая президента Зеленского, надо привлекать к уголовной ответственности за те правонарушения, которые они совершают. Потому что они совершают правонарушения, подпадающие под статьи Уголовного кодекса. Это не просто так, что вот я президент, я хочу, что хочу, то и делаю. Нет, дорогой, ты президент, но ты должен соблюдать Конституцию и законы Украины. И то, что сейчас мы видим, что происходит, то, что действительно устраивает реально геноцид, то есть на словах они говорят, что они улучшают жизнь украинского народа, да, платежки меньше стали за газ, да,
Медицина у нас развивается, так сказать, и непомерными шагами. Образование и так далее. При этом половина средств выделяется на всякие нацистские организации и так далее. Вот за это надо спрашивать из президента, из парламента. И вопрос о том, менять конституцию надо, конечно, я согласен. Но я не согласен с тем, что это должен делать этот парламент. Этот парламент, он вообще не в состоянии ничего делать. Его надо немедленно распускать. А президента отправлять в отставку. Потому что люди, которые хотят продать свою страну, продать землю страны своей, 72% территории Украины, это предатели Украины. Вы понимаете, да? Это ненормальные люди. Они не владеют или своей головой, или же, если они настолько продажные, значит, пусть они отвечают за это. Пусть они несут за это уголовную ответственность. А яку землю вони ще зараз намагаються продати? Якщо 30 мільйонів українців, Государственная земля. Припустимо, 30 мільйонів українців, 60 мільйонів гектарів в Україні земель. Ні, Україні 47,4 мільйона гектарів землі. Із них 11,4 знаходиться в государственной собственности. Якщо Конституцію виконувати, то фактично цю землю треба спочатку передати громадянам України, а потім там думаєте за якийсь ринок землі. Так я об этом і говорив, що, пожалуйста, давайте роздайте землю, от ці 11,4 мільйони гектарів, які залишилися нерозвоєнними, давайте ми їх роздадимо жителям України. Прежде всего, жителям городов, что они не получили свой пай при распределении земли. Ну, многие люди в селе тоже не получили. Вот кто не получил, тот должен получить. А вот раздайте землю людям, а потом попробуйте на них повлиять и заставить их продать. А это будет сделать уже намного труднее, понимаете, да? Потому что сейчас они вот рассчитывают на легкую наживу. Быстро продать вот эти 11,4 миллиона гектаров. Это колоссальные деньги. Я даже не хочу говорить, я просто без сравнения вам объясню, смотрите. Они нам предлагают продать землю по 1000 долларов за гектар. Ну, максимум по 2000 долларов за гектар. А такой же гектар земли в Швейцарии, где земля намного хуже, или где-то там в Нидерландах, да, он стоит 60-68 тысяч евро. А у нас предлагают продать за эту цену. И поверьте мне, что те, кто вот народ выступит и запретит продажу земли, особенно если запретит продажу земли иностранцам, вот этот энтузиазм моментально пропадет. Это же цель продать не нашим фермерам. Это только прикрытие, рассказать со фермерам. У фермеров средств нет. Они фермеры средства вложены в землю, в производство. Если мы подивимось европейские страны, там в законе про землю написано, кто купил, то и має жити тут і обробляти цю землю. Правильно. А в наших законах такого немає. Звісно, тут чітко прописано, землю можуть викупати тільки ті люди, які працюють на цій землі і обробляють цю землю. Знаєте? І це зробить тільки громадяни України. І, опять же, ближайші 5-10 років вопрос продажі землі ставити не можна. Ні в якому випадку. Страна знаходиться в стані повного, тотального економічного розпаду. И не только экономическое, это и социально-политический кризис, это война. Во время войны продавать собственное государство, позвольте, это или собственных людей, это преступление. Дякую. У нас есть еще один телефонный звонок у студии нашего телеглядача. Витаем вас, вы в эфире. Так, витаю вас. Не молчите, витаю вас, вы в эфире. Так, щось зірвався телефонний дзвінок. Пане Руслане, як ви можете прокоментувати ситуацію щодо такого дуже швидкого намагання продати українську землю через прийняття закону, який це легалізує, по суті, і без таких, я вважаю, важливих правок, що якщо хоче людина купити землю, ну, вона повинна прожити тут 5-6 років і обробляти цю землю. Чи от як? Понимаете, мы должны говорить о активации рынка земли только с точки зрения аграрной реформы и вообще развития аграрного сектора Украины, потому что рынок земли – это составляющая аграрной реформы. Если посмотрим на исторический опыт Украины и международный опыт, то мы придем к выводу, что вообще открытие рынка земли всегда на нашей территории было шоком. Начиная с 1861 года, вспомните, отмена крепостного права,
когда помещики и бывшие крепостные просто не понимали, что с этим делать. Дальше мы можем вспомнить Столыпинские реформы, можем вспомнить ситуацию почти столетней давности. Всегда вопрос земли был ключевой. Вопрос в том, кто владеет землей и кто имеет приоритетное право на приобретение земли. То есть надо открывать рынок земли? Надо. Этот вопрос разве возник только сейчас? Давайте вспомним 2008-2009 год, когда подобные законопроекты уже лежали в Верховной Раде. Но тогда не было, скажем, совокупности политических обстоятельств, которые позволяли это сделать. На данный момент ключевой вопрос заключается в том, кто может владеть землей сельскохозяйственного назначения. Потому что, например, по земле, которая отводится на строительство, да, или на логистику, таких же дискуссий резких не возникает. И когда Анатолий Владимирович говорит о том, что там 11,4 миллиона гектаров, я хочу сказать, что это достаточно спорная цифра, потому что кадастра у нас до сих пор нет. Если мы откроем кадастр, то мы обнаружим там очень много веселых историй, потому что земля уже де-факто продана и перепродана. Угу. Для этого достаточно просто выехать из Киева и поехать в глубинку и прочитать бигборды. Продается земля. Угу. Телефон такой-то. То есть по факту рынок земли есть, но просто он сейчас черный. Его надо легализовать, но правильно, в национальных интересах Украины. Как это сделать? В первую очередь не спешить. То есть мы понимаем, кто является ключевым, да. То есть мы, Дмитрий, мы же понимаем, откуда дует ветер и кто давит на Украину для того, чтобы открыть рынок земли. Мы понимаем, что когда Украина не имеет, когда страна не имеет суверенитета, этот вопрос нельзя решить так быстро и однозначно. И третье, самое главное, чтобы мы в этой спешке не наломали дров, чтобы потом не надо было очень тяжело откатывать ситуацию обратно, не вызывая острых социальных и политических потрясений. Собственно, если мы поймем всю эту совокупность факторов, мы поймем, почему прохождение этого законопроекта идет так туго. Угу. И я считаю, что в данном случае это хорошо. Пускай лучше профильные специалисты поработают, выработают единую тактику. И вынесут это решение, в конце концов, в крайнем случае, на референдум. Потому что это вопрос стратегической государственной важности. Подождите, я прокомментирую, да. Так, дуже короткая реплика, я на телефоне звоночка. Да, вот Руслан сказал, что у нас есть де-факто рынок черной зеленой земли. Но если бы Руслан ближе был знаком с этой темой, да, земли, он бы, конечно, таких глупостей не говорил. Причем, вот уже реально никакого рынка темной земли не существует. Есть рынок аренды, и есть рынок черной аренды, это да. Знаете, на рынке земли продажи не существует. Потому что сегодня не существует юридически ни одного инструмента, я это могу дать 100% за это, да, чтобы можно было каким-то образом продать землю. Поэтому объявление «продаю землю» – это не более чем, ну, как вам сказать, это, по сути дела, люди отдают на 49 лет в аренду с обязательствами, что когда будет открытый рынок земли, мы туда продадим. Но реально продажи не осуществляются. Поняли, да? Дякую. Поэтому есть право аренды, оно продается. А рынка земли, как-то его на Украине, нету. Это блеф, который придумала провластная вот эта вся элита, для того, чтобы людей вести задолжение и сказать, да все уже давно продано. И продано все до вас, там делить уже нечего. Понимаете, это делается специально, чтобы внимание людей от этого отвести, и сказать, что да нет, там этой земли уже государства нету. 11 миллионов гектар нет. Как раз Руслан, если внимательно мы отнесемся к изучению вот, кадастровой карты Украины и начнем, так сказать, действительно вычленять, я думаю, что там больше, оказывается, да, чем 11,4 миллиона. Я же не говорю гектар. Больше-меньше. Можно не просто меньше, один возразить? Больше, да? Это да, однозначно. Тоже коротко. Я очень коротко, Анатолий Владимирович, я эту проблему как бы знаю не понаслышке, а потому что у меня у родственников жены земля есть. И если мы говорим о 49 лет аренды, то это фиговый листок, которым реально покрывают продажу земли. Секундочку, я закончу. И это договор аренды позволяет людям делать с этой землей все, что угодно, вплоть до того, что срезать чернозем и вывозить. Нет. И никто им как бы этого не помешает. Нет законодательного поля, который позволяет это сделать. Вы не правы абсолютно.
если вы сделаете то, что вы говорите, что срежете верхний шар грунта и выездите, для этого в Украине существует масса служб, в том числе экологическая инспекция и другие. И с ними нельзя договориться вообще? Подождите, договориться можно и с президентом. Они сейчас и пытаются, некоторые лица, договориться с президентом, потом же продать землю. Так подождите, по закону продать нельзя, а во вход закона, так они же пытаются сейчас во вход закона это все сделать. Так подождите, сейчас уже так, во вход закона не надо говорить, что у нас существует реальный рынок земли. Реального рынка нету. Нету реального рынка. Нету легального рынка. Аренды просто прикрыли. Даже нелегального рынка нету, поверьте мне. А аренда на 49 лет это не рынок. Это часть рынка. Аренда, это не часть рынка. Это продажа прав имущественных. Правильно. Но это не продажа земли. Формально это не могут узаконить, но человек, который берет в аренду, может делать на земле все, что угодно. Вы согласны? Надо пригласить юристов, чтобы они вам объяснили, что такое право собственности на товар, землю, да, допустим? Я понимаю, на что вы такое право, имущественное право. Имущественное право, оно дает право на обрабатывание земли, то есть право на аренду. Но это совершенно не то, что право собственности, понимаете, да? Я не могу, вы говорите, он может делать с землей что, все, что угодно. Ничего подобного. Наоборот, во всех договорах аренды четко прописано. Если, не дай бог, арендатор нарушит целевое использование, целевое направление использования горной земли, это одно из условий расторжения договора. Да, а вы говорите, можно сделать отличие договора это подчиняет и несоблюдение закона в Украине, это не есть факт того, что это повсеместно делается. Только нет. Несоблюдение законов в Украине не освобождает от ответственности. Это как исключение. Реального рынка земли, как вы говорите, черного, на Украине нету. Это придумали специально властные структуры. У нас есть закон, который запрещает строить в этой самой, в зоне парковой и в зоне прибрежной. Но вы выйдете и посмотрите, стоят дома или нет. Подождите. По закону же это запрещено. Правильно, но это же другие вещи. Это вещи похожи. Законы так, как он работает. Знаете, есть такая поговорка. Похоже, что я на коня тики гривны только. Так вот и вы. Вы мне пытаетесь доказать, что есть свой рынок. Его нету. Де-факто его нету. И де-юре его нету. А то, что есть отдельные факты, когда нарушается земельный кодекс и нарушаются законы аренды земли, да, это есть. Но это криминальное дело. Если вы знаете такие факты, были одиночные. Вот я знаю такие факты, я обращаюсь в полицию, открываю уголовное дело. Никак успех. Ну, плохой сих, потому что полиция вся подкуплена и пытается... Вот я же говорю, так, как работает рынок, это второй вопрос, менее, он работает. Но тем не менее, я продавливаю через судей, и судебное решение выносится в нашу пользу. И мы этих людей все-таки привлекаем к уголовной ответственности. Постепенно дожимаем, но дожимаем. И у нас есть еще один телефонный звонок у студии. Витаем вас, вы в эфире. Алло. Так, витаем вас, вы в эфире. Доброго вечера. Что-то долго так переключает вас на студию. 10 минут слушаю ваши дискуссии и жду у телефона. Выбачьте, так, пока дискуссия даже. Здесь ведется разговор о земле всего. Я не имею земли, но я против того, чтобы землю продавали. Потому что мы будем рабами на нашей земле. Это раз. Во-вторых, к нам пришли не слуги народа, а враги народа, которые... делают все так, чтобы народу было хуже. Я вам простой пример приведу. Посмотрите, мы пенсионеры. Нам всем добавили по 4, по 7 гривен, 12 гривен. Тебе добавили до прожиточного минимума по 3 тысячи. Это справедливо или нет? Если можно, я отвечу на этот вопрос. Совершенно правильно. Понимаете, я именно это же мнение и высказываю постоянно. И вот я Руслану хочу объяснить тоже, и обществу украинскому. Поймите, нельзя продавать землю вообще в этой ситуации. Да? Второе. А какой смысл? Объясните мне. Экономический смысл продажи земли. Вот кто может из вас, и кто из них может научно обоснованно объяснить, какой смысл продажи земли? Я лично не вижу. Я могу сделать колоссальный бизнес для Украины, поднять ее ВВП. Я им рассказал, как. Я обоснованно, научно это все им объяснил. И они не хотят этого делать. Почему? Потому что там нет их заработка.
Там есть заработок для страны, который доходит до полутриллиона долларов в год. Или за два года. Рост ВВП. Но их нет заработка там, понимаете? Их это не интересует. А вот распродать НЗРО, это их интересует. Поэтому я категорически против продажи земли. В ближайшие 10 лет вообще это вопрос должен быть снят. А продажа иностранцам вообще запрещена пожизненно, сколько будет существовать Украина. Потому что продажа земли, это, по сути дела, продажа территориальной целостности Украины. Понимаете, да? Продавая землю, мы продаем страну. То, что наши деды защитили, и фашисты не смогли взять мечом, то эти пришли и хотят фантиком, долларовым этим фантиком, взять и оккупировать нашу землю. Понимаете, что происходит? И за счет того, что есть частное население, которое, ну, недопонимает это, да, и за счет того, что в собственности государства находится 11,4 миллиона, как минимум, а то, может, и больше гектаров земли, вот эту часть земли они хотят быстро продать. Это колоссальный доход. Там речь идет о сотнях миллиардов долларов. Понимаете? Я же вам показал, если цена одного гектара реально не тысяча, а 60 тысяч, посчитайте, помножьте, это 6 триллионов, 6,6 триллиона долларов будет стоить только 11 миллионов гектаров земли государства. Дякую. Пан Руслан, а от як ви можете чи є у вас приклад, що слуги народу у цьому турборежимі, в якому вони голосують, прийняли закон, який захищає соціальну якусь верству населення? Ні, тому що, ну, розумієте, законодательну економічну базу у нас формує Кабінет міністрів. Хто у нас в Кабінеті міністрів, ми з вами прекрасно знаємо. Да? Во главі Кабінету міністрів, як він сам сказав, профан. Некоторые министры как бы называют один себя... Один болван, другой профан. Да, то есть один профан сам себя назвал в экономике, да, а второй сказал, да, я там на букву «Д». Да, то есть как бы говорить о том, что они могут принимать какую-то целостную программу в интересах Украины, может, Анатолий Владимирович меня поправит, но я пока не понимаю, не вижу, кто-то может и что принять. Собственно, пока что вся экономическая стабильность держится ровно на двух ногах. Нога первая – это ревальвация гривны, в том числе за счет ОВГЗ. Нога вторая – это перечисление наших гастарбайтеров. Если эти две ноги убрать, то мы видим, что рост Украины – это не рост Украины. Сколько там они собирались, по-моему, 3,5, да, рост ВВП в 2020 году, но это план. Факт, я думаю, будет меньше. Да, у меня еще есть и будет меньше. То есть это стагнация. Это не развитие, это стагнация. То есть Гончарук может артикулировать какие-то хорошие, может быть, даже иногда правильные вещи, но он не понимает, как это сделать. Потому что целостная стратегия вывода Украины из кризиса должна начинаться с ответа на простой вопрос. Какой тип модели экономики мы строим? Инновационную или цифровую? Хотя бы ответить на этот вопрос. И план должен быть где-то лет 10-15. Темпы экономического роста для того, чтобы мы более-менее вышли на какие-то понятные социальные стандарты, должен быть, на мой субъективный взгляд, не меньше 7%. Но с этим правительством я пока не вижу перспективы даже приблизиться к этой цифре, а не то, что ее достичь. А турборежим – это всего лишь, знаете, фиговый листок, на мой взгляд, который прикрывает вопиющий уровень некомпетентности очень многих членов Кабинета министров. Дякую. У нас есть еще один телефонный звонок у студии. Витаем вас, вы в эфире. Добрый вечер. Доброго вечера. Я звоню из Харьковской области, Кигичевский район. Меня звать Александр. Я вот сперва немножко перед вопросом, я вот слушаю вашу перепалку, и вы вдвоем не можете договориться, то о стране вообще говорить, что можно, не можно не говорить. У меня такой вопрос. Если у нас нет верховенства права, закон куда вышел, когда повернул, туда и вышло, кум сват брат по звонку, о каком рынке земли, не о продаже. Продажа земли не может быть. Земля не имеет цены. Если вы смотрите телевизор, интересуетесь, что происходит в мире, исчезают чернозеры, борьба за продовольствие и так далее, то об этом вообще разговора нет. А мы говорим о рынке. И опять же я говорю, скажите мне, пожалуйста, если нет верховенства права, а мы знаем, что у нас творится по судах, по прокуратуре и так далее, о чем мы разговариваем? И у меня возникает вопрос. Если наше правительство, не знаю, президент, депутаты, ничего не сделали для верховенства права, они проталкивают закон о рынке земли. Как же быть?
пане Анатолію. Пане Руслан, я теж з цього приводу говорив, що в нас, по суті, колапс правоохоронної системи. Це правильно. Правильно, що дуже важко добитися справедливості. Он слушает и говорит, чудзон, да не знаю, откуда он. Он говорит, мы не можем договориться, то есть мы не договариваемся. Просто каждый человек высказывает свое мнение. Руслан имеет свое мнение. Я считаю, что это мнение не совсем корректное, потому что я высказал свое четкое мнение. Продажи земли быть в ближайшие 10 лет вообще не может. Просто поймите, есть сейчас людей, например, старики, да, у которых нет наследников. Они живут там последние годы своей жизни. У них единственное, что осталось, это земля. Они хотят ее продать, чтобы за эти деньги жить. Понимаете, да? Вот этим людям надо разрешить продажу земли. Но продажу земли разрешить государству, чтобы государство у них выкупило, и земля была государственной собственностью. А продажу вообще кому-либо запретить, я сказал, на 10 лет. Я не знаю, чем слушает этот зритель-зритель, да? Каким местом он служит, я не буду уточнять, но я же ему четко сказал, 10 лет вообще речи об этом не может вести. Подумайте, зачем выкупать землю, если это приводит просто к замораживанию средств. И ведь лучше эти деньги пустить на развитие новых технологий в том же аграрном секторе, на развитие расшаренного земледелия, на развитие животноводства, на развитие органического земледелия. Так вот. Понимаете, да? Это даст колоссально на развитие переработки нашей сельхозпродукции. То есть получение более продукции с намного более высокой добавленной стоимостью. Это позволит развиваться экономике не только аграрного сектора, но и всей страны. Если мы запустим экономику аграрного сектора, то параллельно она потянет за собой сразу машиностроение сельхоз. Сельхозмашиностроение потянет за собой металлургию, металлургия, горно-промышленный комплекс. И так постепенно будет развиваться экономика Украины. И таких рычагов, как сельское хозяйство в Украине, существует три. Ну, где-то 4-4, на мой взгляд. Я их знаю, я могу это сделать. Я предлагал правительству не только критиковать, а реально сделать это. Я предлагал президенту. Но они не хотят этого, они хотят свое, они хотят просто воровать, да и все, добивать карманы. Они понимают, что долго они не продержатся. Люди, у которых туман в голове и профаны, как они себя называют, вообще, вы знаете. И у нас еще чекает телефонный звонок у студии. Витаем вас, вы в эфире. Добрый вечер, студия. Доброго вечера. Пенсионер Юрий из Краснодона. Вот они себя называют, власть, там, профанами, это, ну, не будем там удаляться. А мне кажется, пришли наглые отличники Сороса. Почему я так решаю? Потому что они смотрят, что народ не выступает, а только звонит, ничего не делает. И они проталкивают все, что нужно Соросу. Или там международным компаниям. Вот. А что наглые? Вот 3 дня обсуждалось высказывание про собак. А я в шоке был, когда на нашем канале Галина Янченко... в беседе с Еленой Баркосян оборва, когда-то ей сказала, ну, что-то сказала, она ей говорит, что вы мне указываете, мы в разных весовых категориях с вами. Понимаете? Янченко, и кто такая? И кто такая Баркосян Елена? Зрозуміло, пане Руслане, ваш коментарь, як ви можете прокоментувати по репліці буквально? Ну, доля сермяжной правды в том, что сказал зритель, есть. Действительно, очень многие ключевые транснациональные компании спят и видят, чтобы стать серьезными игроками на рынке Украины. Но мне кажется, это неправильно, и надо выставить максимальные ограничители, чтобы никакой иностранец, ни под каким предлогом, ни через банк, ни через наследство, ни через другие формы двойного гражданства не имел права приобретать землю на территории Украины. Ну, такая моя краткая речь. Правильно. Так, абсолютно правильная позиция. Я об этом говорил и еще раз повторю. Я выступал вчера на пресс-конференции, и я об этом сказал. И все присутствующие люди из совершенно разных, как говорится, политических сил, да, там были и представители свободы, и национального корпуса, и аграрии, председатели всеукраинских аграрных этих спилок и так далее. И все высказали одну и ту же зрение. Продавать земли иностранцам нельзя никогда и ни при каких условиях. А
В принципе, рынок продажи земли большинство тоже поддерживает, что в ближайшие 5-10 лет вообще его нельзя открывать. Это да. А дальше жизнь покажет. Я не настаиваю на том, что это вообще целесообразно делать. На мой взгляд, это не целесообразно. На мой взгляд, надо изучать и использовать опыт мировой. А мировой опыт показывает, что все страны, наоборот, выкупают землю из частной собственности в государственную. Даже та же Америка, про которую говорят, что да у нее там товар, земля – это товар. Нет, даже в Америке уже запрещена продажа земли кому-либо, кроме государств. Дякую. И у нас есть еще один телефонный звонок у студии. Витаем вас, вы в эфире. Алло, алло. Так, так, витаем вас, вы в эфире. Меня зовут Баранова Оля Алексеевна, Харьковская область, Минский район. Я бы хотела спросить, у меня два вопроса. Но я попала, видать, не в ту студию, которую дивлюсь вот сейчас на экране. Сформулюйте, пожалуйста, свои питання, дуже багато, дуже мало часу. Первый вопрос. Вот приходят платежки за доставку газа. Разговор идет. Один разговор идет, платить, не платить. И второй вопрос. Как бы вот я смотрела российский канал, там за то, что мэр какой-то области, я не помню, поднял ключи, и человек, его сняли с работы. А у нас за то, что там какой-то депутат чи министр, значит, сказал, что продайте собачку, оплатите газ. И на этом все. Все закончилось. Вот два вопроса, и, пожалуйста, ответьте. Дякую, пан Руслан. Дякую. То есть это уже коротко, идем далее. Ну, понимаете, когда что-то хочется заработать, всегда придумывают схемы, как это сделать. То есть, пользуясь тем, что Украина присоединяется к третьему энергопакету, наши некоторые ушлые ребята решили разделить, собственно, цену газа и цену на доставку газа. Таким образом, конечный доход можно выровнять. И учитывая, что у нас нет прямого контракта с «Газпромом», то есть закупается газ через определенные швейцарские прокладки, это тот же российский газ, он сюда возвращается с наценкой. Потом как бы рентабельность дополнительно вкладывается с помощью доставки. И на выходе мы получаем не снижение цены, которая была анонсирована, а плюс-минус ту же цену. Вот, например, у меня по декабрьским платежкам, не знаю, как Анатолий Владимирович, я снижение не почувствовал. А вот, платить или не платить? Нет, ну платить, понимаете, если не платить, то мы будем просто сами поэтапно загонять всю государственную систему в долги. То есть надо провести аудит и понять, откуда состоит формула цены. Уже 5 лет многие эксперты пытаются получить ответ. Дайте прозрачную формулу, которую бы специалисты сказали, да, это действительно рабочая формула. А чому громадянам України не можна загоняти Україну в глухий кут, а представникам влади можна? Понимаете, если мы будем всегда ставить вопрос в плоскости, что представители власти, так как представители какой власти за 28 лет не загоняли Украину в угол, скажите, пожалуйста. Была ли такая власть, которая не загоняла в угол? Ну, мне важко сказать. Вот и мне тоже тяжело сказать. Были власти, которые все-таки были более лояльны, более разумны. Надо признать, что когда был премьер-министром Азаров Николай, он был действительно деловым человеком и хорошим премьер-министром. А его портило просто то, что его лицо закрывала фигура Виктора Федоровича Януковича. И поэтому многие люди не знают на самом деле, что этот человек был действительно настоящим государственником, настоящим премьер-министром. Дякую. Понимаете, да? Поэтому нельзя сказать, вы посмотрите, вот если вы посмотрите экономические показатели тех лет, когда Азаров был или первым вице-премьером, или премьер-министром, всегда был подъем экономики и приход иностранных инвестиций, причем реальных инвестиций. В 2013 году, в первом полугодии, в Украину пришло 6 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. И это не были инвестиции наших олигархов, это не были просто вот как сейчас транзакции вкладывания денег в облигации на государственные займы или там на банковские депозитарные расписки. Понимаете, да? И идем далее до других тем.
Міністрів подав до парламенту перелік державних об'єктів на часткову приватизацію. Серед них «Укрзалізниця», «Укрпошта», «Нафтогаз України», «Магістральні газопроводи України», «Укрнафта» та інші. Контрольний пакет акцій цих підприємств належатиме і надалі державі. Окрім того, фонд держмайна планує провести приватизацію 500 підприємств, серед яких Одеський припортовий завод та Центренерго. Проект держбюджету на 2020 рік передбачає 6 мільярдів гривень на надходження від великої та стільки ж від малої приватизації. Можна я навіть не знаю, як це коментувати. У мене цензурних слів просто немає. Крім сміху, це... У людей, которые знают экономику Украины, это, кроме смеха, ну, такого, знаете, саркастического и, может быть, и смеха от отчаяния. Но чтобы не плакать, то лучше же смеяться, да? Это не программа приватизации, это программа прихватизации. Они немного слова попутали в этой программе, понимаете, да? Поверьте мне, 6 миллиардов гривен – это цена... где-то, ну, скажем так, я не ошибусь, если я вам назову, что это где-то третья часть стоимости от только одного одесского припортового завода. Поняли, да? Это реальная третья часть стоимости одного припортового завода одесского. Кстати, директором на которого назначили вот недавно человека, который до этого был директором ресторана «Два гуся». Ну, это, говорится, и само назначение, и название ресторана, я думаю, очень лаконично отражает сущность происходящего в Украине. Понимаете, да? То есть на должность, где должен быть человек, который должен быть хорошим экономистом, это одно, а человек должен знать хорошо производство и сам процесс именно производственный, понимаете, да? Назначает человек, который полный дилетант. Тот, который коммерсант и знает, как, где, как на спекулятивных операциях заработать и украсть. Поняли, да? Вот что происходит сегодня в стране. Это не приватизация, это попытка по-быстрому распихать по карманам за даром самую ликвидную и самую доходную часть государственной собственности, которая еще осталась. Вот это коротко, если так вы хотите знать. Дякую, пане Руслан. А если оценивать вообще, вот реально, вы же понимаете, реально цена этих объектов, она исчисляется, ну, как минимум в сотни миллиардов долларов. Вот это все, что вы назвали, даже только то, что назвали, это уже где-то под сотни миллиардов долларов. Но если теперь задайте вопрос людям и всем, подождите, а кто продает объекты во время войны, во время разрухи и так далее? Сколько стоит золото в стране, где идет разруха и так далее? Да ничего. За золотой кулончик вы можете выменять буханку хлеба. Но разве это эквивалентный обмен? Нет. Дякую. Но в стране, в которой идет война и разруха, ну, конечно, цена объекта будет в десятки раз занижена от ее реальной стоимости. Пане Руслане, а от, ну, з вашої точки зору, чи доцільно продавати державі саме природні монополії, там «Укрзалізниця», «Центренерго», ну, тобто це такі об'єкти, чи це не логічно. Це не природне, це просто монополії. І чому раніше цього не робили, а зараз просто в якомусь дійсно турборежимі намагаються все продати? Смотрите, Дмитрий, тут сразу в вашем вопросе несколько составляющих. Первое. Что такое приватизация? Приватизация – это должна быть часть стратегической программы правительства хотя бы лет на 10. Они просто так вот сели, почесали, решили продать предприятие. Второе. Надо четко понимать, какая доля государства в нашем случае должна быть у госмонополии. Ну, возьмем, скажем, цифры. Да? Давайте поработаем не с эмоциями, а с цифрами. Доля государства в структуре экономики Украины сейчас порядка 13%. Польша, Федеративная Республика Германия, где-то 20-25%. США 25%. Франция порядка 57%. Франция, на секундочку, это шестая экономика в мире сейчас. То есть говорить о том, что если государство владеет монополиями, то это равняется неэффективный собственник, это манипуляция. Расскажите другое французам. Дело, что цена, да, то есть вот Анатолий Владимирович говорил, там припортовый завод, мне кажется, что это где-то, ну, две трети цены только одного Центренерго.
Ну, с припортовым заводом там масса историй непонятных, там долги до сих пор остались, то, все. Долги это искусственные. Да, а Центрэнерго, ну так, более-менее живое предприятие, но даже оно при нормальном раскладе минимум стоит одно, 5 миллиардов. Да, правильно. Следующий момент, это то, стоит ли запускать инвесторов, скажем, давать им возможность владеть акциями, стоит, но в первую очередь это должен быть национальный инвестор. Потому что если мы вспомним скандал вокруг Укрзалезничей Deutsche Bank, то мы выяснили, что даже в Германии национальная железная дорога является убыточной, дотационной. Она получает, сколько там, 16 миллиардов евро, Анатолий Владимирович, да, дотации? 10 из федерального бюджета и 6 из местных. До речи, прекрасный бизнес. Взяли в концессию украинскую залізницю и из бюджета Украины еще смотрите, вымогают какой, дотации, да, смотрите, миллиарды гривен. Дмитрий, по-моему, суперэффективно. Я вам смотрите, какой финт ушами здесь происходит. То есть мы берем грузовые перевозки, которые являются рентабельными, да, забираем их в концессию и получаем с этого прибыль. А украинские перевозки, да, пассажирские, которые являются абсолютно нерентабельными, зарплаты, ну, как бы тем, кто руководит, ну, это отдельно, и кто работает на Укрзалізниці, и подвижной состав, мы оставляем на Украину. Да? Смотрите, какой хитрый ход. То есть нужна ли такая приватизация? На мой субъективный взгляд, нет. То есть приватизацию надо вводить мораторий, разобраться, выработать стратегию. То есть приватизация должна быть частью составляющей экономического роста, а не, как говорит Анатолий Владимирович, прихватизации. В этом, ну, как бы, на мой взгляд, стратегическая разница между той концепцией, которую пытается реализовать кабинет министров Гончарука, и тем, о чем говорят профильные специалисты. Ну, то есть вы погоджуетесь с тезой, что то не слуги народу, а враги народу. Ну, понимаете, я не люблю громких слов, они сотрясают воздух, а не собеседника. Я всегда политика оцениваю не потому, что он говорит, а потому, что он делает. И если эту программу приватизации в таком виде поддержат депутаты, то мне хотелось бы, чтобы они поехали на округа, в частности, по железной дороге. Вот поехали, и людям, которые работают на железной дороге, объяснили, почему они это сделали. Им же потом идти на выборы. Как мы понимаем, у политика следующий предвыборный цикл начинается на следующий день после окончания предыдущего. И после этого, чтобы граждане Украины сделали свои выводы. Знаете, как мы в магазин заходим, покупаем тот или иной товар, мы голосуем гривен. Там 10 видов, например, йогурта, но мы же один покупаем. Какой-то. А мне кажется, что когда «Слуги народу» потрапили в Верховную Раду, это билет в один кінець. То есть они не думали, что они там на другую каденцию залишатся. Смотрите, тут вопрос неоднозначный в чем. То есть всегда в любой ситуации есть про и контра. То есть зайдя вот именно таким составом, они вообще сломали старую политическую систему Украины и нивелировали статус Верховной Рады как органа, в котором постоянно шли договорники. Вы же помните, что Верховная Рада у нас все равно всегда скандал. Сколько ваши коллеги раскапывали интересных историй, да? Как фракции, которые якобы совершенно с друг другом не дружат, но почему-то, блин, синхронно голосуют, да? То есть бабло побеждает зло. То есть они выполнили роль некоего ледокола и тарана. Но дальше мы с вами понимаем, что все-таки депутат – это государственные деятели, который обязан нести персональную ответственность за принятые решения и руководит, и руководствоваться стратегическими интересами Украины, что у большинства депутатов нынешней каденции с разных фракций, не только «Слуги народа», а почему мы другие фракции не рассмотрим? Там что, у нас все прекрасно? Все прекрасно голосуют, да? Угу. То есть весь вопрос идет уже о компетенции этого созыва Верховной Рады. И если они не перестроятся в самое ближайшее время, то тогда возникнет логичный вопрос о досрочных выборах. Дякую. У нас есть еще один телефонный звонок у студии от нашего телеглядача. Витаем вас, вы в эфире. Витаю вас, вы в эфире. Убивайте. Не молчите, вы в эфире. Да, Житомирской области вас беспокоит. Витаю. Скажите, будь ласка, вот в конце січня 28 числа пропали телеканалы по спутниковой антенне. Нас що зробили заручниками України, а щоб ми дивилися Росію? Бо тому що в нас у селах, ми все время тільки помним, ми дивимося по спутнику, бо в нас ніякого телебачення нема. Тепер отрубали українські канали, ми дивимося тільки Росію. Оказується, Росія агресор. То чого ж ми маємо її дивитися, коли ми хочемо свої канали дивитися? Дякую, пане Анатолію. Як ви можете прокоментувати коротко? Ну, перше, що я хотів би сказати, і, по поводу, значить, цього телевидения, значить, да, я думаю,
что это чисто коммерческий интерес определенных телеканалов украинских. Они хотят больше зарабатывать, их собственники. Вот поэтому они, так сказать, вели такие... Тут вы имеете на увазе олигархи. Олигархи, Шука, конечно. Ну, вы знаете, что все наши телеканалы, они принадлежат равномерно распределены между там, 5-6 олигархами. Так? Да, поэтому, ну, это вопрос риторический. Зачем они это сделали? Может быть, они, как этот мужчина говорит, хотят, чтобы народ посмотрел больше российских каналов. А чего они боятся российских каналов смотреть? Они что, от этого станут тупее? А если вдруг они поумнеют? А чего боятся российских каналов? Хай слушают не российские, хай слушают украинские, хай сравнивают, пусть они думают, а где правда, где ложь, понимаете, да? Это первое. А второе, вот Руслан, он очень деликатный человек, конечно, да, я понимаю. Ему вы задали вопрос, так это слуги народа или враги народа? Так вот я вам скажу, это враги народа, понимаете, да? И, к сожалению, врагов народа в Верховной Раде очень много. Но я не могу сказать, что все слуги народа – это враги. Среди них есть нормальные люди, порядочные. Есть, конечно. Но, к сожалению, большинство – это продажные люди, которые, вот Руслан говорит, что были там олигархи и так далее. Так олигархи и продолжают управлять этими людьми, понимаете, да? То есть, де-факто, просто олигархи вышли из состава депутатского, но де-юре не вышли, а де-факто они управляют всем этим процессом. Нас... Поэтому такая Верховная Рада, она, конечно, не нужна стране. И у нас еще один телефонный звонок у студии. Витаем вас, вы в эфире. Добрый вечер. Витаю. Меня зовут Александр, я из Полтавы. Добрый вечер, студия, и все, кто нас слушает. Что хочу сказать, дорогие друзья? Кто бы сегодня к власти не пришел, там, другой президент, третий, ничего не изменится. Пусть возьмут Библию и почитают, что мы живем в последние времена. И пока вся Рада не покается, пока все люди не покаются и не возьмут Библию, и не ведут, чтобы в садиках... Зразумело. Зразумело. Да. Без комментариев. Можно я коротко? Так, знаете, буквально декілька секунд. Такие, да, слова, это слова провокатора, который пытается увести народ от решения реальных проблем. Понимаете, да? То, что люди должны быть верующие, это понятно, но при этом мы должны понять, что никто за нас наши проблемы решать не будет. На Бога надейся, а сам не плашай. Нам самим надо решать, и нам менять надо и президента, и парламент. И разговоры о том, что кто бы ни пришел, будет одинаково, это забрасывает именно нынешняя команда. Потому что им очень не хочется потерять эти теплые кресла, в котором они жились. Понимаете, да? Пан Руслан, дуже коротко ваш комментарий. Я очень коротко. Относительно первого вопроса по поводу телеканалов, то здесь в общем и целом с Анатолием Владимировичем соглашусь. Это коммерческая политика телеканалов. Телевидение в Украине абсолютно убыточное. И поэтому... Скорее всего, просто есть мнение таким образом ликвидировать свой кассовый разрыв, но для простого зрителя я в этом особой проблемы не вижу. Почему? Практически все они в Ютубе есть. То есть, если вы не можете смотреть... Чей российский канал? Как и российский, как и любой другой канал, то есть можно практически все общенациональные каналы смотреть в Ютубе, в прямом эфире. Угу. Поэтому переходите на Ютуб. А в дальнейшем надо просто понимать, что телевидение как жанр, да простите меня, Дмитрий, все равно скоро начнет проигрывать, так сказать, новым технологиям, в том числе там Фейсбуку, Ютубу и так далее. Дякую. Идем далее до інших тем. Заробітчани підтримали національну валюту. Українці, які працюють за кордоном, в Україну перевели 12 мільярдів доларів за минулий рік. Такі дані Національного банку. Там кажуть, це допомогло зміцнити вітчизняну гривню. Найбільше грошей українці переказують з США, Ізраїлю, Росії, Італії та Польщі. Ну, тобто, дуже цікава ситуація. От, пане Анатолій, я так розумію, економіку знищують максимально тому, що вигідно, щоб українці їхали за кордон та висилали гроші в Україну, чи як? Це такий новий бізнес? Просто такая временная тенденция. Дело в том, что те украинцы, которые выезжают за границу, они же постепенно начинают там ассимилироваться, то есть приживаться, да, то есть они выезжают сначала сами, потом привозят с собой свои семьи. И они там оседают, и они, скорее всего, уже вообще не вернутся на Украину.
Это первое. А второе, понимаете, они зарабатывают, они присылают эти деньги. Но они же зарабатывают эти деньги и платят налоги не в своей стране, они платят налоги в тех странах, где они работают. В том числе и пенсионный фонд и так далее. Понимаете, и фонды социальные, так, страхование социального. И, соответственно, они помогают тем странам, но они не помогают этим Украине. Украина стала из-за демографического кризиса, который здесь создался, у нас же умирает в два раза больше людей, чем рождается. А плюс при этом еще и колоссальная миграция за границу, трудовая миграция людей, которые отчаялись жить в этой стране. И таким образом, вот Руслан правильно говорил, что в Украине осталось где-то порядка 32 миллионов человек, а может даже и меньше. Понимаете? И сегодня на одного работающего приходится 3 дня работающих человека. Вот он может реально содержать их? Нет, конечно, это очень трудно. Понимаете? Это большая проблема в целом для пенсионного фонда. У нас дыра в пенсионном фонде была 100 миллиардов, а сейчас уже 170 миллиардов гривен. Спасибо. Поэтому как это будет покрываться и за счет чего? Ну, они не знают. Потому что покрывать надо за счет роста экономики. А роста экономики нет. Дякую, пане Руслане. От з вашої точки зору, от держава Україна вкладає гроші в освіту. Працівник там в школі відучився, в університеті відучився і їде за кордон. Ну, для держави це фіаско, я вважаю. Ну, тобто це неправильно. Яким чином тоді реально запустити економіку України, якщо кваліфікованих кадрів фактично залишиться дуже мало на нашій землі? І у них буде завжди змога поїхати десь там, де їм платять вдвічі, втричі, вп'ятеро більше, ніж в Україні. Знаете, Дмитрий, ваш вопрос я бы разбил на 3 составляющие. Первое. Вот почему есть в том числе дыра в пенсионном фонде? Одна из причин. У нас на 30-32 миллиона населения меньше 12 миллионов платят налоги. То есть у нас получается на 2 с ложкой 1 с сошкой. Естественно, при таком раскладе дыра в пенсионном фонде будет только расти, она не будет снижаться. Если мы посмотрим динамику за последние 3 года, цифра была 140 миллиардов, 150, теперь 172. Второй момент. Почему люди уезжают? Потому что сырьевая модель экономики наша, плюс война, плюс нестабильность, у нас даже люди свои депозиты в гривнах не хранят, просто располагает к эмиграции. Третье. Мы одна из самых бедных стран Европы. Несмотря на то, что говорят о том, что мы наконец-то там даже обогнали Молдавию, вдумайтесь на секундочку, Молдавию обогнали по социальным стандартам, все равно это мы одна из самых бедных стран. И четвертое, что такое вкладывает государство? То, как оно сейчас вкладывает в науку и образование, то я бы так это не назвал. То ли Владимир Владимирович говорит, что я очень такой, да, воспитанный, я назову так мягко, это не вложение. За такие вещи надо как бы увольнять и больше в политику не пускать. А что такое квалифицированные кадры? Давайте возьмем пример Израиля. Страна воюющая? Воюющая. Маленькая. Там инчи вины, зарухи. Не такие, как да, у нас. Дотации постоянно. Подождите, Анатолий Владимирович, я же вас не перебивал. Только одна Intel Израиль в этом году, в 2019, в прошлом, прошу прощения, продала стартапов на 6,6 миллиарда долларов. Крупнейшие западные компании открывают там свои производства. Это цифровые компании. Цифровая экономика, это нам до этого еще как до Луны пешком. Это только один Intel. Они говорят, почему в Израиле? Потому что очень большой процент квалифицированных кадров и научно ориентированных кадров. То есть количество людей с PhD, так называемых, на 1000 человек в Израиле одно самое большее. Украина имеет весь потенциал, в том числе научный, для того, чтобы стать как бы страной, которая производит цифровые технологии последнего поколения. Но в программе Кабинета министров об этом не сказано ничего. Мы говорим о диджитализации, но не понимаем, что диджитализация – это всего лишь маленькая составляющая процесса перехода к цифровой модели экономики, если она будет выбрана. Дякую. Україна найближчими днями накриє снігом. Подекуди кучугури сягнуть 35 сантиметрів. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій просять водіїв утриматися від поїздок за межі населених пунктів без нагальної потреби. Будьте обережними. А я дякую нашим гостям. Цієї години зі мною у студії були політичний аналітик Руслан Візяєв та академік, віце-президент Академії економічних наук України, доктор економічних наук Анатолій Пешко. Дякую за розмову, а ми продовжимо за кілька хвилин. Не перемикайте.